Nokia 6233. Разбор. Nokia 6233 предназначен для почитателей серьезных телефонов, в которых традиционный строгий дизайн сочетается с великолепной функциональностью и качественной аппаратной реализацией. Аппарат достаточно прост в разборе, а следовательно прост и в ремонте. Первым делом снимаем заднюю крышку и извлекаем аккумуляторную батарею. Отверткой Т6 откручиваем два винта с обратной стороны корпуса. Далее берем пластмассовую лопатку и поддеваем переднюю панель по всему периметру корпуса. Затем аккуратно отводим верхнюю панель вверх и снимаем ее. Клавиатура извлекается из передней панели без каких-либо специальных приспособлений. Металлической лопаткой с обеих сторон освобождаем фиксаторы, удерживающие подложку клавиатуры. Затем отгибаем ее и отсоединяем шлейф. Далее аккуратно отсоединяем шлейф дисплея. Обратите внимание, что при неаккуратном разборе этот шлейф легко порвать. Отверткой Т6 откручиваем 4 винта и снимаем рамку дисплея. Затем пальцами вынимаем из корпуса системную плату. На плате находится коннектор шлейфа дисплея, коннектор подложки клавиатуры, контакты микрофона и контакты подсветки клавиатуры. С обратной стороны системной платы находится кнопка включения, кнопки регулировки громкости громче-тише, контакты разговорного динамика, контакты антенны, кнопка для диктофона, камера, контакты АКБ, инфракрасный приемник-передатчик, кнопка камеры, контакты сим-карты, вибромотор, разъем карты памяти, контакты разъема заряда и комбинированный разъем аудиогарнитуры и дата-кабеля. В средней части корпуса находится разъем заряда, контакты полифонического динамика, контакты второго полифонического динамика и антенна. Телефон разобран. Дальнейшему разбору конструктивных частей Nokia 6233 посвящены иные ролики. Нам остается только показать, как выглядит полностью разобранный аппарат.